Брянска в эти дни удрученно разглядывают новую городскую достопримечательность, которая была пафосно представлена на этой неделе и оконфузила ее авторов на всю страну. Скульптурная композиция на аллее космонавтов увековечила не те имена. Константин Циолковский на барельефе превратился в Эдуарда, а Альберт Эйнштейн потерял свои фамилии и краткую. Авторы монумента признали, что только сейчас от журналистов узнали, как на самом деле зовут ученых. Роман Соболь разбирался в скандале. Хотели как лучше, а получился конфуз космического масштаба. Два дня назад открыли в Брянске аллею космонавтов. Пешеходная зона в самом центре города как раз между стадионом и главной площадью. А в начале аллеи соорудили вот этот памятник. Прохожие непременно его фотографируют и улыбаются. Очень это все поражает и вводит в ступор. На самом деле, на что потрачены бюджетные средства и как они безграмотно потрачены. На темно-сером щите размещены барельефы знаменитых космонавтов и выдающихся ученых, основоположников космической науки. Да вот беда, авторы монумента оказались страшно далеки от заданной тематики. Наверное, в детстве не мечтали о межпланетных перелетах. Иначе они знали бы, что Циолковского звали Константин Эдуардович, а на памятнике выбито Эдуард Циолковский. Если Константин Циолковский отец основатель космонавтики, то его отец Эдуард получается дедушка космонавтики. Ему и памятник. Они с ума сошли здесь, что ли? Такие ошибки-то наделали. Ну, хоть в Гагарине не ошиблись. Зато автору теории относительности Альберту Эйнштейну досталось. Из его фамилии выпала одна буква и краткая в первом слоге. Представитель фирмы-подрядчика, сооружавший этот памятник, оправдывается. Все делали строго по чертежам. А кто там, Эйнштейн или Циолковский, особо не вглядывались. Честно скажу, не знаю, тут приезжали художники из Санкт-Петербурга, которые ее делали. Они собирались здесь на место. А Циолковского как зовут? Зато сейчас чиновникам пришлось крепко задуматься. На аллее космонавтов пока установлен лишь гипсовый слепок, копия будущего памятника. Сам памятник, впрочем, уже готов, вылит в бронзе. Его должны привезти со дня на день. Возможно, и там те же ошибки. Верить в это не хочется, и подрядчик придумывает версию за гранью научной фантастики. Оригинал, который привезут, он будет точь-в-точь как этот? Да, точь-в-точь. Без всяких изменений? Без всяких изменений. А ничего, что там у Эйнштейна буквы не хватает? А Циолковский не Эдуард. А это гипс под дождя размыло все просто. Удивительные в Брянске дожди. Выходит, дождевая вода растворила слово «Константин» и написала «Эдуард». Брянские блогеры сообщают, с этим памятником и другие чудеса случались. Правда, что ли? Валентин – это уже за гранью добра и зла, конечно. Представляют этот лихорадочный процесс создания гипсовой времянки. Этот, как его там, Циолковский, Эдуард, Эйнштейн. Это реально хорошо, что обошлось без зла, Ломоносов и Гамарник вместо Коперник. Эдуард Циолковский и Альберт Эйнштейн – это запредельность, особенно учитывая факт, что в администрации половина сотрудников – выпускники местного ИСТФАКа. Памятник открывали с помпой, даже космонавтов приглашали. Но кто теперь будет его переделывать, за чей счет, куда смотрели местные чиновники и вообще, как у них с грамотой, науке это неизвестно. Роман Соболь, Елена Михайлова, Иван Зюрев, телекомпания НТВ, Москва, Брянск.